Сани пришли. Леон, Ворон, Пэм, Эдгар. Они хотели посмотреть на то, как будет проходить бой. Как вы заметили, вся арена не собралась тут. А все потому, что обои знали только те, кто находится здесь. Леон не хотел заявлять такое на всю арену. Он подошел в центр и сказал, чтобы Фэн сделал то же самое. Он начал шагать. На лице Лолы был виден страх. Тара же уже успокоилась. Они смотрели друг на друга с презрением. Леон не терпел надрать ему задницу. Он атаковал его. Фэн удивился скорости сюрикенов. Они очень быстрые, но парень изящно увернулся от них. После чего увидел, что Леона нет. Тара крикнула ему, что Леон в инвизе. Нужно слушать по шагам. Фэнк тут же закрыл глаза и сконцентрировался, чтобы почувствовать врага. Как внезапно в него возился сюрикен. И он крикнул от боли. Лола очень испугалась за него. Члены совета уже думали, что Леон выиграл. Но почему он не услышал его шаги? А все потому, что когда он зашел в инвиз, то никуда не двинулся, а стоя на месте бросил сюрикен. У Фэнга пошла кровь. Вынимать сюрикен нельзя. Будет кровотечение. Леон вновь атаковал сюрикенами. Фэнг увернулся от них и побежал на бойца. Леон спрятался в инвизе. Фэнг продолжал бежать и закрыл глаза, чтобы услышать его шаги. Поняв, где он, Фэнг повис в воздухе и ударил Леона по лицу. Упав на землю, Леон почувствовал, что почти выдохся. Нужно что-то придумать. Было видно, что Фэнг также устал. Но тут Леон увидел, как Фэнг достал попкорн. Он что, собирается есть посреди боя? Проглотив несколько штук, силы Фэнга тут же восстановились. Леон был в шоке. Он встал на ноги и начал думать, что делать. Он может войти в инвиз еще раз, после чего сил не останется. Фэнг же видел, что Леон иссяк. Нужно заканчивать. Он побежал вперед. Леон просто стоял на месте. Что такое? Неужели он сдается? Фэнгу стало жалко его. Он остановился и сказал, что бой окончен. Леон улыбнулся и воткнул сюрикен в руку Фэнгу. Ему было очень больно. Леон достал еще один сюрикен. Он хотел закончить бой. Лола была испугана. Тара уже хотела помочь Фэнгу. Леон, ты чертов ЧСВшник. Я не могу. Не могу упасть на глазах родителей. Я не проиграю тебе. Фэнг ударил его со всей силы, и Леон потерял сознание. Лола закричала от радости. Ведь они останутся на арене. Фэнг хоть и с ранами, но выиграл этот поединок. Члены совета были в какой-то степени рады. Леон стал слишком высокомерным. Больше он не может являться членом совета.